Приветики, господа, с вами я, ваша любимая Трехплей. И сегодня буду играть в Underblast. Дом не я вообще человек, как бы убийца. Да, да, да. Нет! Я. Божечки, кошечки, это мы его устроили. А, блин! Что я сделал? Так, стоп, у меня есть план. Ну-ка, я сделаю. Стоп. Блин, я плохо сделала. Конечно же, мы уйдем отсюда. Устроим. Идеальную ловушку. Вот так. Вот так. Как я потом буду этого заделать? Я почти что с мышкой вообще плохо управляю. Очень плохое управление. Вот так. Вот так, вот так, вот так. Блин. Вот так. И вот. Давайте ж мы аккуратненько. Все. И можно. Все, я все устроила нормально. Блин, мы не будем драться с монстрами или ничего. Ага. Блин, блин. Блин, придется все заново проходить. Так, проходим все, естественно. Я ж не знала, что оно. Отлично, мы все это прошли. Все. Блин, сейчас будет ловушка пребывания. Я сейчас приду. Может как-то так сохраниться? Блин, а как выйти? Надо
прям идеально. Подождите, перед тем, как я уйду, давайте мы сохранимся, чтобы не чувствовать эту болтовню. Это сложно, чем как кажется, блин. Я поняла эту задумку. Подождите, я сейчас пройду. Как это пройти, не понимаю. Как это реально, господа, пройти? Я играю... Ой, блин, я случайно нажала, чтобы Фриск побежала. Бежишь сюда, Фриск. Нет, не могу пройти эту гребаную ловушку.
пытаюсь прийти и что-то поделать. Прошло это дичь. Ну,
Это мне понравилось бы. Мне кажется, так было легко это пройти, это говно. Сколько снежа. Опачки, песик. О, песик. Что они делают? Было, блин. Там были другие пути? Human человек. Господа, нам, да, господа, там надо было кикнуть. Кик это типа поддаться, а я вытолкнула собаку.
Я сестра. Это конец. Я же план. Дай-ка продолжим с той линии. Там есть два линии. Мы с вами закончим. Продолжим в следующей серии.